Буквально несколько минут назад мы получили неожиданное обновление, касающееся баннеров версии 5.1, поэтому давайте посмотрим на него в этом видео. Перед началом подписывайся на канал, ведь как только будет 30 тысяч подписчиков, я вам разыграю 10, может быть даже 15 лун, так что подписывайся и все. Ты участвуешь. Genshin Drop. Самый лучший сайт с прямодемами и лунами. Все выводы происходят через Кудашоп. Официального партнера Genshin. С тебя ее ID. С них прямодемы. Выводы моментальные. Ни одного случая бана или списания, а также постоянные раздачи. Где победить может абсолютно каждый. Сам пользуйся. Ссылочка где? В описании. Несколько минут назад команда Мяу опубликовала новый пост о предстоящих баннерах версии 5.1. Похоже, что информация о баннере от Хакушин, но, возможно, и Хамгред, неизвестно. Давайте-ка углубимся в это поподробнее и разберемся во всем. На первом этапе мы, очевидно, получим Шиланен. Разработчики уже анонсировали ее, то что здесь нет ничего удивительного. Что касается другого персонажа, то на первом этапе также будет Теория. Да, Теория запускается впервые с версии 4.5, так что если у вас еще нет, у вас есть хороший шанс, чтобы ее получить. Теперь перейдем к повторному показу Архонта и на втором этапе. Как я предполагал в своем предыдущем видео, у нас будет повторный показ Нахиды. Это было вполне предсказуемо, поскольку новым событием версии 5.1 станет фестиваль Саб-Зерус, посвященный рождению младшего лорда Кусанали или же самой Нахиды. Обновление 5.1 у нее также будет день рождения, так что я думаю, все эти факторы привели к ее повторному появлению. Также заходите в мой телеграм-канал, потому что там сейчас разыгрываются крылья, луны и еще также там промокод на прямодемы, так что ссылка в описании в закрепленном комментарии. Теперь, что касается последнего персонажа 5.1, это будет Ху Тао. Да, неожиданно, но это именно Ху Тао. С момента ее последнего выхода в прокат вышло 8 патчей, так что неудивительно видеть ее на баннерах. Но что еще более удивительно, так это тот факт, что до сих пор нет Рирана для Ризли, Шиньхе, Какоми или Ганьюй. Все они находятся на вершине списка претендентов на 5-звездочного персонажа, но информации об их Риранах по-прежнему все нет. И нет, скорее всего, большая вероятность, что именно эти персонажи появятся в баннере Хроник Лиюэ. И скорее всего, по предварительным данным, этот баннер появится в 5.2. Так что держите в курсе, ставьте лайки, гоним 100 лайков, просто подписывайтесь на канал.